Ребята, как же мы хорошо придумали, что решили вместе домашние задания делать. Так намного быстрее получается. Да, вот уже математика готова и русский, и рисование. Правда, Миша? Да, да, но если честно, я уже устал от такого количества информации. Сейчас бы мяч погонять. У нас соревнования скоро. Где же Слава? Как всегда опаздывает. Этот ваш футбол – бесполезная трата времени. Лучше давай я тебе решение задачи объясню, а то опять к доске вызовут и двойку поставят. Нет, давай потом, я лучше окружающий мир почитаю. Это же английский. Ну, тоже нужный предмет. И так всегда. А я бы лучше 100 задач по математике решила, чем это. Читаю, думаю, но ничего не придумывается. Так, давай показывай, что не получается. А мы подскажем. Конечно, подскажем. Правда, Миша? Да, да, сейчас все будет. Вот. Как бы я поступил, если бы нашел цветик-семицветик? А что такое цветик-семицветик? Это цветок с разноцветными лепестками. Загадаешь желание, сорвешь один, и желание сбудется. Интересно, а где такое растет? Найти бы. Ты чего, это же просто сказка. Линчина Катаева, мы же проходили. Да, я помню, но я бы поискала. Так чего его искать? Вот он. Неужели Слава до нас наконец дошел? Слава! Слава, выходи быстрее, нам твои глупые шутки неинтересны. Да нет тут Славы. Цветок сам по себе появился. Я видел, но можете не верить. А если правда сказка? Ты чего, какая сказка? Он даже не живой. Это просто подделка. Хватит спорить, давайте проведем эксперимент. Я возьму цветок. Ты держи книжку. А ты, Катя, придумывай желание. Но я же в сказки не верю совсем. Вот как раз и проверишь. Давайте начнем. Лети лепесток через запад на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли. Быть, по-моему, вели. Чтобы все оказались на Северном полюсе. Что? Да какая разница, все равно не сбудется. Хорошо, вели, чтобы мы все оказались на Северном полюсе. Извините, я не хотела. Не хотела она. Надо додумать, когда желание загадываешь. А я говорила, что это правда. Ой! Верни нас скорее обратно! Папа, постараюсь. Лети, лепесток через запад на восток, через север, через юг. Возвращайся, дело в круг, лишь коснешься ты земли. Быстрее, по-моему, вели, чтобы мы все оказались дома. Так значит, это правда? А я говорила, что чудеса существуют. Может, еще что-нибудь попробуем загадать? Я, например, хочу... Стоп! Нужно все хорошо обдумать, а то и так уже два желания на ветер. Маша, мама мне говорила, что мы можем сегодня, прямо сейчас, сесть в магазин и купить мне новое красивое платье. Но я тебе тоже что-нибудь. Ой, привет, ребята! Катя, какое у тебя красивое платье? Где тебе его купили? Я тоже такое хочу. Маша, подожди. Мама сейчас на работе, а я занята. Завтра или послезавтра съедем в магазин и тебе все купим. Но... Так вот, я предлагаю позвонить Славе, рассказать про цветик-семицветик, про то, что он желание исполняет. Я думаю, что Слава расскажет, как использовать 5 желаний. Это хорошо придумано. Слава всегда дельные советы дает. Только идемте звонить в мою комнату, а то Лера может подслушать. Лети.
лети лепесток через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы у меня было платье, как у Кати. Хотя нет, это всего лишь одно платье. Придумала. Вели, чтобы у меня было много-много красивых платьев. Я же половину никогда не одену. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься этой земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы все было как раньше. Странно, что Слава не отвечает. Наверное, телефон разрядился. А почему на нем три лепестка? А может, они сами испарились? Апчи! Вот и преступник нашелся. Извините, я просто хотела новое платье, а потом услышала про цветок, а потом загадала, а потом их стало так много. Извините, я больше так не буду. Только маме не рассказывайте, пожалуйста. В общем, так. Давайте все до завтра обдумаем, какие три желания можно потратить, чтобы всем от этого польза была. А цветок я заберу с собой. А это почему? Потому что я ответственный. Сдавайся, злобный Бетангрюк, отдавай нам свои сокровища. А не то мы скормим тебя морскому кракену. Нет, я вам ничего не отдам. Привет, ребята, а вы в пираты Карибского моря играете? Можно с вами? Да у нас вроде свободных мест нет. Да тоже нет, вся команда набрана. И всяких там неудачников со сыцками мы в команду не берем. Это я неудачник? Да я вам сейчас настоящее море покажу. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг, возвращайся, сделав круг. Лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы мы все оказались на корабле «Черная жемчужина». Ты что наделал? Немедленно возвращались обратно. Я-то воды боюсь и плавать совсем не умею. Так ты же рассказывал, что Финский залив переплывал. Это я фантазировал, а тут настоящее море. Лучше бы я стал капитаном, я воды не боюсь. Но дома все равно лучше. Эх вы, а еще пиратами называетесь. Только желание зря потратил. Ладно, сейчас все исправим. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли, быть, по-моему, вели, вели. Чтобы все оказались дома! Ты куда? Все, я больше в эти игры не играю. Что я девочкам скажу? Всего один лепесток остался. А давай мы с тобой пойдем? Это морально поддержка. Спасибо. Мне так неудобно. Настоящие пираты свои в беде не бросают. Пошли. Привет, ты чего так долго? Садись быстрее, будем обсуждать. Понимаете, тут такое дело. А кто говорил, что он ответственный?
Не ругайте его, это из-за нас. Мы его в игру не взяли, а он нам настоящий пиратский корабль показал. И море, и обратно отправил. Мы благодаря него на настоящем пиратском корабле побывали. А нам что делать? У нас на пятерых всего одно желание осталось. Кажется, я придумала. Давайте попросим Цветик-Семицветик отправить нас в кругосветное путешествие. Мне нравится эта идея. И нас возьмите, пожалуйста. И меня возьмите. Хорошо, давайте начнем. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли. Будь, по-моему, вели, вели. Привет, Слава, что случилось? На вот шел к вам, упал, подскользнулся. Приехала больница, забрала меня. Хотела вас предупредить, а телефон забыл дома. Врачи сказали, сильное растяжение. Целых полгода без футбола. Ну, полгода быстро пройдут. Чего? У нас на носу чемпионаты разные. А я все пропускаю. Летите, лепесток, через запад, на восток, через север, через юг. Возвращайся, сделав круг, лишь коснешься ты земли. Быть, по-моему, вели, вели, чтобы Слава был здоров. Слава, попробуй походить. Ну, зачем? Ну, попробуй. А что произошло? Потратили последнее желание на меня? Ну почему? Ты наш друг. А друзьям нужно помогать. Еще их надо беречь. А у тебя соревнования могут больше не повториться. А мы еще сценку не придумали. А я, ну что, сейчас все будет.